Далее. Алло. Да. Здравствуйте, вам звонят из ПАО «Московский кредитный банк». Зимин Ой, Виктор как я Валерьевич, меня зовут. скучала. Наш разговор записывается. Денис, я его могу услышать? Но он еще не вернулся. Еще не вернулся. Вы его супруга, правильно понимаю? Да. Мы с вами несколько дней тому назад общались, спросили информацию, чтобы он нам перезвонил. Вы Я же передавали? сказала, что улетел, по WhatsApp у нас были с ним, как бы переписка велась, но на другую тему, поэтому даже у него смысл какой, чтобы он будет вам звонить, он сейчас пролетает над полуостровом Ку-Ку. А что он вам звонить будет оттуда? Нет, Каким конечно. полуостровом? Ку-Ку. Это что за полуостров? В какой части света Я находится? даже не знаю, утром вот он мне отписался, Ку-Ку, может быть там как-то с ошибкой, а сейчас вообще в сети его нет. Мы с вами общались 2 дня тому назад. Да он На тот тогда над момент он еще не Японией был. пролетал. А он у меня, знаете, как Он летает, что вы? уже несколько месяцев без посадок летает. Нет, почему он только вылетел-то на прошлой неделе, в пятницу или в субботу, когда же он улетел? И то есть в течение недели он летает, позвонить нам не может. Ну, вы понимаете, человек занят делами, причем серьезными, не просто так Занят он в делами. коронавирус полетел, самолет нанял. Это такие растраты, у него столько дел, и он Вы будет звонить в адекватно Московский кредитный банк, общаться сейчас бросит, готовы? он да, все, давайте общаемся, я с вами общаюсь, конечно. Адекватно общаться вы Я сейчас готовы, либо адекватно вам перезвонить общаюсь, у нас позднее? вообще адекватная семья. Ваш супруг скрывается от банка? Скрывается от банка, как можно скрываться от банка? Ну, вы прекрасно знаете, как это можно Он не сделать. совершил никакого уголовно наказуемого преступления, чтобы он, дабы избежать ответственности, скрывался. Он свободно передвигается как по территории Российской Федерации, так и по территории других государств и стран. И ничто ему не мешает это делать. Он И в данный момент свободный он смог человек. покинуть Российскую Он смог Федерацию. покинуть пределы Российской Федерации. Да. Я вас понял. Хорошо, мы вам позднее перезвоним, уточним Зачем я вам ситуацию по нужна? передвижению Дениса Вячеслава. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания банка Тинькофф. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я вам представлюсь. Зовут меня Иванов Илья Владимирович. И чего? Вот по поводу задолженности. Ирина Геннадьевна, на данный момент требования банка оплатить сумму общей вашей задолженности, сумму, составляющая из ваших 3 продуктов, два потребительских счета и кредитная карта. Общая сумма задолженности у вас на данный момент составляет 262 тысячи 10 рублей 65 копеек. Также я обязан вас уведомить, что данная сумма является не окончательной. До конца завтрашнего дня оплату произведете? Нет. Почему? Своевременно вы Потому оплату. что. А если более конкретней? Я не собираюсь вам никакую конкретику вносить, не считаю это нужным. То есть вы принципиально отказываетесь от оплаты по вашей сумме задолженности, верно? Я принципиально, да. А что вас не устраивает? Рожа мне ваша не нравится. Ирина Геннадьевна, давайте мы не будем сейчас Ну давайте мы не грубить будем друг друга, сейчас да? тупить, просто трубочку положим Давайте и мы все. разберемся в данной Ага, сейчас ситуации. я все дела брошу и с Тиньковым буду разбираться. Ты слишком птица низкого полета, чтобы я на тебя время тратила и разбиралась с тобой. Хорошо, я вас понял. Информацию данную зафиксировал, Ирина Геннадьевна. Отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному вашему договору. И действия банка по направленному возврату долга будут Будет продолжаться. продолжаться, В ваших же интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. да. С
Всего доброго. До свидания. Алёша. Алло. Здравствуйте. Агентство судебного взыскания. Васильев Илья Юрьевич. Наш разговор записывает. Евгеньевна. Ага. Светлана Евгеньевна, у нас для вас есть конфиденциальная информация в целях защиты ваших персональных данных. Назовите, пожалуйста, число, месяц. Даже одно название ваше агентство судебного взыскания отталкивает меня послать вас нахрен. Ни больше, ни меньше, не то, чтобы называть что-то. То есть отказываетесь прослушать важную для вас информацию, правильно? Давайте агентство судебного взыскания. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, МКК 4 финанс компании, если мы с финансами. Да. Сафронова Марина Олеговна, отдел взыскания, разговор записывается. Ваш заем находится на просрочке 20 дней. По какой причине и когда вы оплачиваете? Не скажу. Почему? Потому что не скажу. Жду, когда мне позвонит Султанова. Все вопросы только с ней решаю. Можно еще Уразову. Угу. Я тебя не знаю. В чем? Че? И поэтому вы не будете со мной разговаривать? Вы не буду. Это судебный отдел, что ли? Да, они досудебный отдел, да? А если эти специалисты... Эти курочки уже поднялись, да, поднялись. Нет. Это рост такой карьерный у них. Ого. А почему вы так общаетесь? Нормально общаюсь, но они были, наверное, в недосудебном отделе, теперь в досудебном. Ого, у них они прям оперились, наверное. Интересно, вы придумали. Ну да, я себе выдумала. У вас денег, что ли, много? Ну, очень. Интересно, зачем же вы тогда раньше оплачивали, что же сразу-то не пошли на путь достижения Уразовой и Султановой? Ой, надо. Чего творила, чего вытворяла? А я же вам платила? Ой-ой-ой. Аля. Алло. Да. Оставайтесь на линии, идет соединение. Вы меня слышите? Я вас слышу. Здравствуйте. Компания Верес. Инспектор Климов. Климов позвонил мне. Юрасик. Соскучился. Конечно. Конечно. Так вы поконкретнее отвечаете. Чего хочешь узнать? Чего непонятного? А, Юрасик. Ну, вы понятнее отвечаете. Не понимаешь. Ты меня не понимаешь? Ну, и не нужно. Ну, и тогда в таком случае мне дату рождения полностью уточнить. Для... Да зачем же? Зачем же я тебе дату рождения? Не стыдно тебе у женщин спрашивать дату рождения? Юрасик ты, Юрасик. А я думала, ты балет любишь. А у тебя вообще нет ни стыда, ни совести. Такие вопросы задавать. Что, не вспомнить свою дату рождения? Да, не помню. Не помню. Не помните? Ну, запоминайте паспорт почаще, открывайте на газу. Зачем? Для женщины возраст не имеет никакого значения. Главное, что она всегда себя чувствовала на 18. Так что можете заодно этим и заняться сейчас. Нет, Юрочек, у меня другие дела. Другие дела? Ну, я думаю, время свободное у вас есть, перед сном почитаете. Перед сном? Как раз таки быстрее запомнить. Ага, хорошо, ты завтра позвони, я тебе сообщу. Обязательно. Ну все, нравится. Вы, главное, не забудьте вспомнить ваши даты рождения. А, да. Так что можете заниматься этим. Все, Юрасик, иди нахер. Предоставлю вам время. Иди нахер. Алло. Здравствуйте, меня зовут Крабинников Михаил Юрьевич, компания Национальная служба взыскания. Звонок поступает в отношении «Быстрые деньги», разговор записывается... Елена Борисовна. Это я, но если звонок в отношении «Быстро деньги», вы звоните «Быстро деньги». Зачем вы мне звоните? У меня нет тут «Быстро деньги». Это вы правильно понимаю? Я – это я. Они – это они. Заявлю защиту ваших персональных данных. Уточните, пожалуйста, дату рождения. Я в скафандре сижу. Данные свои сама защищаю. Никого не прошу. Никому не звоню. Мне охрана не нужна. Это все? Пока да. Назовите, пожалуйста, дату рождения. Я сижу в скафандре, никому не звоню, данные защищаю. И себя тоже.
отказываетесь от идентификации? Какой идентификации? Я не знаю, я и так... Для вас есть очень я важная форма. Я вся о себе забочусь. Она имеет конфиденциальный характер. У меня и так все засекречено. Я вас услышал, вам перезвонил. Всего доброго, до свидания.